Из грецких орехов делала ореховое масло. Из килограмма грецких орехов получилось вот 30 грамм грецко-орехового масла. Делала на соковыжималке Делонжи. То есть выход очень маленький, при этом жмыха много. Вот. Кастрюлька и сковородка. Поэтому на соковыжималке нерационально делать сырое масло из свежесобранных грецких орехов. Ну, если кому-то необходимо, то в принципе можно сделать. Если большее количество взять орехов, килограмма 2 или 3, то будет и побольше масла. Ну, а потом поделиться с синичками остатками. Вот они уже кушают кусочки грецких орехов.